Итак, мои дорогие друзья, люблю людей, люблю с вами. О, сейчас мы сразимся за Конора Бена против Артура Гатти, ребят. Артурчик Гатти мы редко встречаем. Я считаю, у него самая крутая прическа, ребят. У него прям волосы просто шедевральные. Артурчик. О, наш Конор Бен, ребят, мы одели ему белые трусишки, потому что я не знаю, что-то черное. Я решил белую одеть, попробую белую. Короче, вот такие пирожочки. Сейчас посмотрим, на что способен наш Конор Бен и на что способен Артурчик Гатти. Погнали, погнали. Ох, как красиво, блин, как же классно не драться стать. Еще прикольнее. Они ускорили боксеров, это радует, особенно заметно-то в таких легких весах, это вообще шедеврально. Красавчик. Хорош. Готов, слева боковушечная ему. Артурчик. Артурчика полежать решил. Да, да, да. Прям чувствуется здесь вот прям. Ребятишки стали драться прям пошустрее. Особенно заметно. Девчонка проверял, жалко. Девчонка. Пытался найти девчонку, тут ради девчонок. Но. Хорошо заехал. Молодец, жестенько, жестенько. Не видел, как он меня ударил, конечно. Ну, прикольно, молодец. Хорош. Конор. Конор наш отлетел тоже. Девчонка в среднем весе хотел попробовать. Но никого не нашел. Посидел, посидел, посидел. Подождал, подождал, подождал. Никого. Вон. Легкие, в легком весе девочки там хорошо дерутся. Угу. Вот у Артурчика, у него перк, а после того, как он упадет, он очень активен. Вот сейчас он это доказал. О, хорош, он прикинул. Есть, ему боковушечный. Че там? А, раунд закончился. Я испугался, но что случилось? Класс, класс, класс. Погнали, погнали. Не попали. Хорош. Класс. Шикарно, молодец. Конор Бенчик наш отлетел просто. Как мальчишка просто упал. Просто страшнейший отвалился. Гимпад мой дрожит. И продолжает дрожать. Это просто опасно. Очень опасно. Отлично. Опасно, опасно. Печень, печень. Работаем по печени. Хорош, добили. Доделали. Доделали, парни. Да мне ебать все дергается. Дрожит дрожечка, ребят. Просто страшнейший дрожит. Сейчас опасно. У него перк стал работать ей. После того, как он упадет, он улетает, он может просто нас выбить. Поэтому будьте аккуратнее. Аккуратно, аккуратно, не спешим. О! Хорош. Печенюшечка пробили. Жестенько, жестенько. One, two, three, four, five, six, seven. Хорош.
аккуратно действуем. Сейчас тут будет первое время ничего, никто не понимает, как драться. Многие, вернее, точнее. Но со временем будем аккуратнее. По селезёночке. Опасно, опасно. Сейчас можно ответить. О, без тамилочки, ребята. Без головы практически. Опасно, опасно, опасно. Конор. Прям на кулак ему налетел. Пробили печень. Четвертый раз. Наш Конор. Конор, блин, Конор. Конор, просто Конор, Конор. Это чисто почти как из Терминатора. Молодец, встал, четвертый раз. Артурчик Пирожков. Артурчик. Гатишка. И это все еще только третий раунд, ребят. Хорошо, в кишечник ему. Ага. Кишечник, ребят, добили его. Просто добили. Наш Конор Бен, он просто сильнейший. Ну что, Артурчик, сможешь ли ты встать пятый раз? Посмотрим, он парень, по-моему, хороший такой, раз Артурчик взял. Молодец. Пять раз встал. Хорош, хорош. Артурчик хорош. Ну, он Артур, да, он на мини-игре просто. Потрясный парнишка. Молодец. Не спешим. Хорош, хорош. Наш Конор Бенчик. Опасно, 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 опасно. Без стаминочки. Хорош. Ну все, шестой раз ты не станешь. Если ты станешь шестой раз, то тут просто вообще бомбезно. Но геймпад все вибрирует. Не, ну он хорош. Пять раз встал. Молодец. Похвально, парнишка. Это был прикольный бой. Все закончится, правда, в третьем раунде. Наш Конор Бен, ребят. Конор Бен. Сильнейший парнишка, сильнейший. Парень просто знает, как действовать. Он просто уничтожает ребятишек. Да, пять раз он стал молодчиной. Молодец. Хорош, хороший бой. Парнишка просто замечательный.